сегодня все, кому исполнилось 16, могут выбрать своего Дэймона. А что такое Дэймон? Дэймон — это ваша душа в виде животного. Если случится что-то с вами или с ним, это отразится на каждом из вас. Орел дает возможность видеть сквозь стены. Лиса — смена внешности. Заяц — скорость. Черная кошка — ночное зрение. Летучая мышь — бессмертие. И волк — способность исцелять. Най, ты волнуешься? Ты бы кого хотела выбрать? Я бы хотела выбрать волка. Так я смогу исцелять любые раны и перевоплощаться. А я хочу выбрать лису. Ты представляешь, я смогу менять любую внешность. Я так и думала. Ребята, у Дерека и у Элла уже появились Дэймоны. Дерек, Эл, как такое возможно? Смотри, сосиска, я могу превращаться в волка. Я могу видеть сквозь предметы и даже сквозь одежду. Почему вам выдали их раньше? Дочка, ты уже выбрала, какого Дэймона завтра возьмешь? Да, мама, я бы хотела выбрать волка и способность к регенерации. Я бы на твоем месте взяла лису и способность к смене внешности. Так, ребята, сейчас по очереди будете заходить в красный кабинет. Я, если честно, тоже волнуюсь. Слушай, а ты уверена, что хочешь выбрать волка? Конечно, уверена. Я это хотела с самого детства. Так, пусть первая заходит Ная. Ная, давайте, заходите быстрее. Ты уже выбрала Дэймона? Да, я уже знаю, что я хочу. Молодец, а теперь подними ручку и нажми на того, которого ты хочешь. Отмена, Дэймон не выбран. Что это значит? Так, странно, давай сейчас все пройдут, зайдешь потом последнее. Най, ты чего, дома была уже переодетая? Да, у меня просто не выбрался Дэймон, и мне сказали подождать в коридоре. Ребята, мне достался волк, но он остался там только один, вряд ли он Най теперь достанется. К сожалению, того, которого ты хотела, больше нет, есть только тайная коробка. Но как я узнаю, что там попалось? К сожалению, она может вообще оказаться пустой, Най, но выбора нет. Хорошо. Выбрана тайная коробка. Загрузка.